Депутаты Госсобрания Башкортостана собираются освободить льготников от оплаты нотариальных услуг. Поправки в закон о бесплатной юридической помощи планируют внести уже в октябре. Устанавливается, что размер оплаты нотариального действия по удостоверению доверенности включает в себя всю сумму федерального и регионального тарифов и подлежат компенсации за счет средств республиканского бюджета, отметил спикер парламента Константин Толкачев. В законопроекте определен порядок компенсации расходов нотариусам, которые удостоверяют доверенности на предоставление интересов граждан в судах, республиканских и муниципальных ведомствах. В число льготников включены малоимущие, инвалиды первой и второй групп, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, участники специальной военной операции, неработающие пенсионеры, многодетные, одинокие матери, предпенсионеры и другие категории.